2,6 миллиарда у нас на этот год. На сегодняшний день работы практически подходит к концу. Левобережная часть готова, нижний слой асфальта уложен. Само ездовое полотно готово на 100%. Правый те подходы все. Что, может быть, предложим подойти туда поближе? А сейчас я полотно. Правая часть подходы нижний слой уложен. У нас правобережная эстакада. Мы запускаем песок, посыпаем щебень и посыпаем к конструктивным слоям. Для того, чтобы не нарушать технологию ремонта, скорректируем рецепт и тощего асфальтобетона, и асфальтобетонной смеси добавлены в добавки. Также используется для сушки, уборки и подогрева покрытия для выкладки следующих слоев. Используется турбоустановка, которая очищает, подогревает и сушит асфальтобетон. Поэтому на сегодняшний день у нас никаких сомнений нет, что мост будет закончен в этом году и открыт в движении. Тощий бетон сколько кладется? 15-15 ярдов. Мы пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим, да.